Thank you.
Вспомните свой выпускной бал. Первый серьезный рубеж. Позади детства. Впереди вся жизнь. Долгая, счастливая. Звенигород. Имя твое словно вызвонили колокола древнего Кремля, что на городке. Звенигород. Слава о красе твоей издавна звенела по всей Руси. В 1884 году приехал в здешние края Антон Павлович Чехов. Он колебался тогда, заняться ли ему врачебной деятельностью или литературой. Ведь в 83-м вышла у него лишь первая книжка рассказов. По воспоминаниям младшего брата-писателя, Антону Павловичу пришлось окунуться в самую гущу провинциальной жизни. Кроме лечения больных в земской лечебнице, он исполнял еще и должность уездного врача, а потому был обязан выезжать с судебным следователем, исполнять поручения местной администрации и быть экспертом в суде. Больница в Звенигороде носит теперь имя Чехова. Шумят на ветру деревья, посаженные почти век назад самим Антоном Павловичем. В то же время, что и доктор Чехов, поселился в Звенигородье начинающий художник Исаак Левитан. Здесь он как бы впервые обрел себя. Недаром Антон Павлович окрестил местные пейзажи левитанистыми. Скромные эти места именуют иногда русским Барбизоном. Левитан, Репин, Суриков, Архипов, Саврасов, Рерих, Грабарь. Ярчайшее созвездие российской живописи взошло и засияло здесь. Сельцо Захарово связано для нас с именем Пушкина. С детства возлюбил поэт сей мирный уголок, с которым роскошь незнакома. В послании к Юдину он писал: «Мне видится мое селение, мое Захарово, оно с заборами в реке волнистой, с мостом и рощей тенистой, зерцалом вод отражено». Гением Пушкина освящена для нас и прекрасная жемчужина Подмосковья – Архангельская. В учебниках по истории архитектуры именуют этот удивительный дворцово-парковый ансамбль усадьбой Голицыных, усадьбой Юсуповых. Но мы, современные люди, признаться, не слишком-то интересуемся житиями давным-давно умерших царских вельмож. Мы вспоминаем строки любимого нашего поэта. «От северных оков освобождая мир, лишь только на поля струясь дохнет зефир, лишь только первая позеленеет липа, к
К тебе, приветливый потомок Аристипа, к тебе явлюсь я, увижу сей дворец, где циркуль зодчего, палитра и резец ученой прихоти твоей повиновались и вдохновенной в волшебстве состязались. Перед вступлением в большой город река словно робеет. Точно скромная мать, что пришла в гости к знаменитому сыну, не смело стучит она в городские ворота. Неужто такому гиганту подарила она свое имя? Мне кажется, в Москве как бы вторую свою, совсем новую жизнь начинает река. Химки – начало странствий, конец дальних путешествий. Медлительность ожиданий, радость встреч. Со всех концов страны поспешают в столицу гости – из Петрозаводска и Ленинграда, Казани и Перми, из Астрахани и Ростова-на-Дону. Скажу честно, я немного завидую тем, кто сегодня увидит Москву впервые. Порт. Частенько мы воспринимаем это слово по-гриновски. Гельгью, лис, Зурбаган. Но есть поэзия в будничной жизни современного грузового порта, в беспрестанном движении многотонных кранов, в ровном гуле земснарядов и барж, во вскриках юрких буксиров, в длиннотах теплоходных свистков, да-да, именно свистков, как говорят речники. Но главная красота, конечно же, в умном труде человека. Грузовой порт. В единый узел стягивает он 5 таких непохожих друг на друга морей. Белое, Балтийское, Черное, Каспий и Азов. Все флаги жалуют сюда, к нам в столицу. И давно уже утратили былую противоречивость понятия «речник» и «моряк». Покидают Москву корабли. И в самых дальних пределах не раз с добрым словом вспомнят капитаны скромных и трудолюбивых людей, московских портовиков. Thank you.
Когда-то давным-давно зеленели здесь широкие заливные луга. И помнится, еще четверть века назад были Лужники одним из неказистых районов столицы. Сегодня Лужники – главный стадион страны. Год 1980. Хлебом, солью встретит гостей и участников Олимпийских игр Москва. Как это правильно, символ мира – Олимпийские игры в Советском Союзе в Москве. Тишина в нескучном. В нескучном шелест и шорох. И не скажешь, что совсем рядом, в каких-нибудь 300 метрах, пульсирует одна из самых напряженных магистралей – Ленинский проспект. 200 лет назад восхищался нескучным садом академик-естествоиспытатель Паллас. Сад сей не только не имеет себе подобного во всей России, но и со многими в других государствах сравнен быть не может. Минута тишины и покоя. Как ты порой необходима в круговерте большого города. Летом надо просыпаться рано, как можно раньше. Проленишься лишний часок, пропустишь чудо рассвета. Проворонишь тот короткий момент, когда еще лежит на асфальте подтаявшая темень, а далекая заря золотит уже купола и высотные шпили. Как корабль выплывает Москва из утреннего тумана. В путь дорогу отправляются по реке суда, неся рассветное пламя на крутых бортах.
Московский Кремль. Каменный конспект истории нашего Отечества. Послушаем летопись. Здесь, в 1156 году, князь, взыди на гору и обозре с нее обе стороны Москвы реки и Замедлинную, возлюби села оные и повеле вскоре сделать и град мал деревян. И прозва его званием реки тоя Москва. Пробежали годы, десятилетия, века. Взметнулись высоко в небо соборные главы. И стоустая слава о диво городе разнеслась по всей многоязыкой земле. Кремль не только былое, и нынче все множится слава его, все крепнет. Кремль — штаб современной, творимой сегодня истории. Здесь вершатся судьбы нашей страны, нашего народа. Путь, пожалуй, пора. Время нынче поспешно и круто. Впереди у нас труд и заботы, и множество дел. Но петляет река, и хитрит, и не хочет, как будто со столицей проститься, покинуть сыновний предел. Я ее понимаю. Всегда пред дорогой дальней, средь вокзального шума, в говорливой толпе городской наступает момент. Вдруг становится остро печально расставаться с Москвой, хоть на малое время с Москвой. Прощание близок, краток бег от истока до устья. Километрами ли мерить, часами ли вот бытие? И завидев Коломну, река исполняется грустью и впадает в Аку и теряет название свое. Но меж прошлым и будущим нерасторжимые связи. И бессмертна природа, и память людская крепка. Оттого-то в секунду впадения в дремучем лесу возле Вязьмы вновь свой бег начинает Москва, невеличка река.